Здравствуйте, на телеканале Десна ТВ Новости, в студии Олег Соловьев. Сегодняшние главные темы. Единый день сдачи крови в Десногорске. Первый раз кто-то побаивается, а уже кто знает, то уже нормально. О качестве школьного питания теперь можно сообщить онлайн. Этому вопросу уделяется очень большое внимание на всех уровнях, как нашей городской администрации, так и смоленской. Сделать добрый и храбрый поступок не на словах, а на деле предлагалось горожанам 25 февраля. В Десногорской медсанчасти проходил уже традиционный день сдачи крови. Мероприятие было организовано совместно со смоленскими специалистами и, как и прежде, является значимым вкладом в здравоохранение региона. Первый раз кто-то побаивается, а уже кто знает, то уже нормально. Интерес у горожан к донации не самый высокий, но стабильный. Раз от разу приходит около 90 человек. Тем самым удается собрать около 40 литров крови. Компоненты этого материала ежедневно требуются в детских больницах, родильных домах и хирургических стационарах региона. Вы сейчас не представляете, потому что не сталкиваетесь с этим, сколько нужно крови. А сейчас в связи с ковидом ее не так много, доноров в другой раз не пропускают. С недавних пор к привычным противопоказаниям добавился и коронавирус. Донация запрещена вплоть до полугода после перенесенной болезни, в зависимости от тяжести. Также запрещено сдавать кровь в течение месяца после прививки. Основная масса доноров, они знакомы, так сказать, с этими требованиями, с условиями. Вот, поэтому они откладывают, допустим, прививку на более поздний срок. Впервые в акции принял участие муниципальный волонтерский штаб. Донорами крови стали 5 волонтеров. Это студенты и работники городских предприятий. Подобный опыт у них вызвал только положительные эмоции. Все хорошо? Помимо хорошего настроения и оздоровления организма, донор также имеет право на 2 дополнительных дня отдыха и на денежную компенсацию. О качестве питания детей в школьных столовых теперь можно сообщить онлайн. Также можно высказаться и о случаях нарушения, которые были замечены в школьных столовых. Подробнее заместитель главы Десногорска Александр Новиков. Уважаемые родители, сегодня я обращаюсь к вам для нашей совместной работы по обеспечению наилучшего качества питания в наших образовательных организациях. Этому вопросу уделяется очень большое внимание на всех уровнях, как нашей городской администрации, так и Смоленской областной администрации и департамента по образованию и науке, так и общественных организаций. Законом предусмотрено несколько форм контроля за производством и качеством питания в образовательных организациях. К сожалению, существующие ограничения, введенные режимом повышенной готовности, не позволяют нам выполнять родительский контроль в полной мере. Поэтому мы вместе с общественным советом проводим опрос наших родителей и ваших замечательных детишек в онлайн-формате. Мы приглашаем вас присоединиться к этому опросу и заполнить небольшую анкету, ссылку на которую вы можете найти на главной странице администрации нашего города, либо в наших социальных сетях. Будем очень рады вашей помощи и очень надеемся на ваше взаимное понимание в этом вопросе. Информация и форма обращения расположены на главной странице сайта администрации Десногорска. На сегодня это все новости. Всего доброго и до скорой встречи!